Итак, мы будем делать снятие ногтей, укрепленных с помощью отригеля. Достаточно большая толщина. Указательный пальчик клевал и было сделано поднятие клюющего кончика. Как вы знаете, золотая слеза, золотая кукуруза с зеленым поясом — это самая мощная из всех возможных. Поэтому вначале мы работаем на больших оборотах. Не предельных, но больших, достаточно 17-20 тысяч оборотов. Снимаем основную часть покрытия. Ногти носились очень долго, поэтому тут даже есть отслойки, которые хорошо видны. Затем протираем, когда остается совсем чуть-чуть материала, проверяем состояние ногтя. И слегка убавив обороты, аккуратными гладящими движениями по воздуху, мы доводим снятие до конца. То есть я снимаю полностью до натурального ногтя. Даже вот так вот на небольших оборотиках можно осторожно минуту навнять натуральных ногтей. Мы проверяем их состояние, со всех сторон просмотрим. Пропилов нет, провалов нет. Толщина со стороны свободного края полноценная. Вот такие ногти у меня есть исходно. По сгибаемости, да, они гнутся, они эластичные, они упругие. То есть нет никаких неприятных ощущений. Вот, пожалуйста, можем посмотреть. То есть фрезой снять материал до натуральных ногтей можно спокойно и безопасно.